Вице-председатель парламента Александр Слусарь заявил, что, скорее всего, на следующей неделе платформа «Да» выступит с вотумом недоверия правительству КИКО, а также предложит подписать этот документ депутатам ПДС. вам шедин политик. После обсуждения в Политбюро платформы мы проанализируем и, возможно, выступим на следующей неделе с Вотумом недоверия. Прежде всего мы обратимся к ПДС, тем более, что вместе у нас 26 подписей. Тогда настанет момент истины. Пусть не ждут подарка. Вотум не вынесут через 72 часа. Проект написан на 10 страницах. Мы проанализируем и предложим его коллегам из ПДС. Окончательный текст будет представлен, когда у него будут необходимые подписи. Ранее депутат платформы «Да» Игорь Мунтиану заявил, что правительство Кику может пасть в ближайшие 2-3 недели, отметив, что июль всегда был плодотворным месяцем с точки зрения политических решений. Депутат также рассказал, что в возможном будущем правительстве кресло министров займут не только представители ППДП. В конце прошлого месяца лидер платформы «Да» Андрей Настаси представил 15 приоритетных мер нового правительства, которое хочет возглавить руководимая им партия на первые 100 дней. Формирование задается целью радикально снизить уровень летальности от COVID-19, остановить распространение инфекции, а также вылечить госпитализированных пациентов, усилить изолирующую способность очагов инфекции. Платформа «Да» также предлагает меры по защите, продвижению и поощрению медицинского персонала, включая создание коллегии врачей. Приоритеты включают также создание потенциала для предотвращения управления кризисом, адекватность штрафов и других мер, по соблюдению эпидемиологических норм в одинаковой форме по отношению ко всем гражданам, включая высокопоставленных должностных лиц.